кстати, недавно смотрела видео, как Керны с Добкиным в какой-то день там спорта на великах приехали в горсовет, и таким образом испробовали удобство города для велоинфраструктуры. И, ну, естественно, велики они купили там за кучу денег, там за 1500 долларов, и это были там самые там 5 продаж таких великов в этом во всем Харькове. Ну, по крайней мере, они это сделали, сделали шат-шах и сделали на этом пиар. А у нас Геннадий Леонидович даже не садился на велосипед и ни разу не ездил по нашим офигенным дорогам. Помимо трассы здоровья, правда. Ну и то, трасса здоровья, она здесь в некоторых местах расходится. И вот то, что я показывала, такие участки просто выбивают из колеи. Даже если ты едешь быстро и хочешь, типа, такой весь на спорте. Геннадий Леонидович, давайте как-нибудь прокатнемся. Я понимаю, что сейчас не начать, но тем не менее, это тоже вопрос, который будет важен для нашего города и его спортивных жителей. Еще немножко.